Всем привет, друзья! Буквально на коротке. Меня один товарищ не просто спросил, а задал такой вот каверзный вопрос. Вот почему у вас, допустим, в карате, если вы, к примеру, делаете кумите или показательные выступления по ката, то у вас все классно получается, все офигительно, выглядит, блин, как нож горячий по маслу. А в реальном поединке все движения смазаны и куда-то девается вся техника. Но я хотел бы сказать следующее, ребята, техника никуда не девается. И если человек владеет техникой карате, то он ее и в боевом поединке применяет точно так же, как в показательном спарринге. Просто в спарринге вам показывают основу, вам показывают правильные движения, правильную технику и тактику, как нужно себя вести с противником. А в реальном поединке вы уже применяете ваши знания на деле. То есть, если вы, к примеру, делаете урафуки, стоя в стоечке, нанося кулак вперед, удар, это если вы в показательных выступлениях, вы все делаете классно, все хорошо. Но в реальном поединке, когда вы с кем-то деретесь, вы сначала делаете блок или такой, и потом, поворачивая корпус, наносите удар. Кулак ваш может быть поставлен не именно так, как это делается технично, красиво. Может быть вот так, может быть вот так, как угодно. Может быть даже прямой вот такой вот удар. Главное в исходе поединка результат, который отдает победу тому, кто более хитер, кто более силен и у кого больше опыта в проведении поединков. Потому что, конечно, оно все смотрится красиво со стороны, особенно вот эти вот командные выступления по ката, но дают ли они какую-то пользу, вот эти выступления по ката? Честно сказать, в поединке очень многие движения из ката применяются несколько смазанно. И в том виде, в том формате, в котором вам показывается вся техника, вся компиляция комбинаций, блоков, ударов, собранных в определенные ката, оно не будет действовать, потому что там вы на показательных выступлениях применяете блоки и движения в том виде, в котором они разрабатывались для развития вашей моторики и для развития вашей техники движения. В реальном же поединке, повторяюсь, эти движения будут у вас в большинстве случаев всегда смазаны. И это нормально, потому что вы идете к своей цели, применяя знания, вы не отдаете себе отчет в том, что ага, если я сейчас, допустим, делаю вот такой вот удар, то у меня должны стоять ноги так и так. Вы принимаете, ну как говорится, молниеносные решения по ситуации. Ту секунду, в которую вы должны нанести удар или должны применить какой-то блок, вы мгновенно принимаете то правильное решение, которое и приводит вас к победе. Это все, что я хотел сказать по поводу того комментария, который мне оставили. Еще раз, комментарий относился к тому, что в показательных выступлениях, в кумите, в ката все выглядит классно, все офигительно, а в реальном поединке все смазано. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос, почему в реальном поединке все смазано. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, оставить свой адекватный комментарий, потому что вся мусорная чушь будет просто-напросто удаляться, и авторы этих комментариев будут отправляться к вам. Нажмите на колокольчик, оставайтесь с нами, у нас всегда есть что-то интересное и полезное, и всем удачи!